Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию три красивые супружеские и актерские пары, которые часто в нем снимаются вместе. Они вместе в жизни и на экране. Личная жизнь многих известных актерских пар когда-то сложилась на съемочной площадке или театральной сцене. Впоследствии образовавшиеся супружеские пары продолжают сниматься в совместных проектах, чувствуя комфорт и поддержку рядом с друг другом. Продолжаем нашу серию роликов о настоящих творческих дуэтах, которые вместе не только в жизни, но и в кино. Алексей Ильин и Александра Мареева. Алексей является представителем известной актерской династии Ильиных, а его дебют в кино состоялся еще в детские годы. На сегодняшний день он известен зрителям по множеству ярких фильмов, такие как «Бедные люди», «Кармелита» и многие другие. Личная жизнь Алексея уже несколько лет связана с коллегой по цеху актрисой Александрой Мареевой. В 2015 году супруги официально скрепили свой брак, а чуть позже в семье родился первый и пока единственный сын, которого назвали Федор. Супруги научились прекрасно сочетать семейную жизнь и актерскую карьеру, нередко снимаясь в совместных проектах. Пока на их счету преимущественно сериалы, такие как «Бандит», «Безопасность» и «Любимцы». Но вскоре этот список обязательно пополнится новыми работами. Сергей Пиоро и Елена Головизина. Сниматься в кино Сергей начал достаточно давно, однако заполучить широкую известность, популярность и востребованность смог только в зрелые годы. На сегодняшний день этот актер известен большинству зрителям по таким популярным сериалам, как «Универ», «След», «Туристическая полиция» и другие. Со своей будущей женой, актрисой Еленой Головизиной, Сергей познакомился в стенах родного театра. Вспыхнувший служебный роман вскоре привел пару к браку, который длится уже более 16 лет. За годы семейной жизни Елена и Сергей научились прекрасно понимать друг друга не только дома, но и на съемочной площадке, где часто исполняют совместные роли. На сегодняшний день на их счету более 6 общих работ, такие как «След», «Обручальное кольцо», «Катина любовь» и другие. Анна Арефьева и Виталий Салий. Виталий Салий актерскую карьеру начал в родной Украине, а далее продолжил в России, где вскоре стал не менее популярным. Во время работы над сериалом «Офицерские жены» Виталий познакомился с актрисой Анной Арефьевой. Совместная работа на съемочной площадке и наигранные чувства перед камерой очень сблизили молодых актеров. Виталий признался, что очаровательная девушка буквально покорила сразу его сердце, и тот решил окончательно покончить с холостяцкой жизнью. Впоследствии Анна и Виталий стали не только любящим мужем и женой, но и отличными коллегами по работе. Супружеская пара нередко исполняют общие роли, как в кино, так и на театральной сцене. На их счету совместная театральная постановка «Женитьба Фигаро», сериал «Реализация» и другие. Их поклонники с нетерпением ждут новых совместных работ супругов-актеров, отмечая, что они очень гармонично и красиво смотрятся вместе. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего доброго и всего самого наилучшего. До новых встреч, до новых роликов. Всем удачи и всем пока-пока.